Чемпионку России по горнолыжному спорту Дарью Овчинникову успешно прооперировали. Об этом сегодня рассказали врачи Красноярской больницы. Операция длилась 40 минут. Проводили ее опытные специалисты. Спортсменке в ногу установили специальный фиксатор. Однако она все еще находится в тяжелом состоянии из-за жировой эмболии, патологии, которая развилась после перелома. Сразу после операции Дарью Овчинникову снова отправили в реанимацию. Там она пробудет еще около 2 недель. Врачи прогнозируют, что скоро девушка пойдет на поправку. Напомним, чемпионка России получила тяжелую травму во время тестовых соревнований Универсиады 2019. У девушки диагностировали перелом голени, а после выявили патологию, из-за которой она частично потеряла память.